Здравствуйте, подписчики. Ну что, мы увидели новость, которая вчера взорвала сообщество The Division. Нам объявили сроки. Сроки, к сожалению, достаточно растянутые. И хрен его знает, когда что выходит. Но, значит, проект, патч 1.4 у нас выходит в октябре. Что касается выживания, у нас выходит в конце года, скорее всего. До конца года они обещают его выпустить. Ну, скорее всего, это будет, наверное, ноябрь-декабрь. Не раньше. Что такое патч? В основном это фиксы. И какие-то балансировки и так далее. Да? То есть, зашел, посмотрел, там, понравилось, не понравилось, вышел. То есть, в основном это тратится несколько минут. Хорошо, открываем. Вот сие. Да. Выделяем. То есть через полтора месяца у нас выходит патч, который не вернет людей в игру на данный момент. И смотря какой, конечно, патч, но обычно патчи они такие. То есть не обновления, а патчи. Они вот именно как фиксы и так далее, и так далее. Вот. Хорошо, если останется то же число. Хотя я хоть оптимист-оптимист, но совсем уже не оптимист. То есть с данным количеством, я думаю, ну, примерно, если не в два раза, то на треть точно. Вот, значит, выживание у нас выходит в ноябре, в декабре, да? Ну, и что мы получим в итоге? Я не знаю, честно говоря, мне кажется, до декабря проект не доживет. Я еще раз говорю, я крайне оптимистичен был к данному проекту. Крайне, но после вчерашней новости. Что нас ждет, как они написали. То есть у нас идет балансировка выпадающих трофеев, балансировка наборов снаряжения и оружия, скорее всего фикс очередной. Балансировка сложности противников, о чем говорилось, что боты крайне лютые. Улучшение для тех, кто играет в одиночку. Почему это весной сделано не было, когда одиночек было? Они же наоборот боролись с одиночками. Странно, да? Логика вообще никакущая. А, прочие, так, улучшения. Оружейные скины больше не занимают места. Гениально просто. Вот дошли. Ни по поводу торговли, ни по поводу кланов. Ничего, ни слова нету, да? Это вот ближайшее, что нас ждет. Они будут перерабатывать полностью PvP-зону. Это, конечно, все прекрасно, но, как я понял, PvP-зона у нас будет именно, скорее всего, это к концу года. А в сентябре, ой, в октябре мы увидим какие-то, ну, дополняшки, наверное, в плане, там, может быть, калибровка оружия и так далее, и так далее. Не, ну, может быть, большой патч, конечно, выйдет. Но последний патч, который вышел в июле, как вы помните, это был фикс в основном Г36. Так что, слава богу, у меня есть проекты, которыми я увлекаюсь еще. Вроде Таркова, сейчас очень плотно подсел на него. И Battlefield 1 достаточно скоро выходит. Самое забавное, что я буду еще продолжать делать анонсы по Division еженедельки. Каждый день, вот завтра будет у нас, чтобы купить. Для тех, кто еще активен в проекте, скажем так. И может быть какие-то анонсы там по шмоткам и так далее. Но то, что на данный момент игра в тупике, к сожалению, это факт. Я еще раз говорю, я не отказываюсь от The Division, просто я буду раза в два, а то и в три делать меньше видео по данному проекту. Ваши комментарии я хочу услышать под видео, надеюсь, они будут конструктивными и развернутыми, а не просто какие-то тексты вроде там ужас и так далее. Вот это писать не надо, да? Конструктивно напишите, и все. Пообщаемся, сделаем выводы. Пока-пока!